Добрый день! Вы на канале о простой и полезной пище с Натальей Горбачевой. Сегодня я буду готовить фаршированные яйца. В предыдущем видео я показывала, как можно сделать майонез или пасту с травами. Сегодня одним из ингредиентов будет именно этот майонез. Мне понадобится 2-3 ложки майонеза или пасты и 5 вареных яиц. Яйца необходимо поварить 7-10 минут, чтобы желток хорошо затвердел. Чищенные яйца аккуратно разрезать пополам и в отдельную чашечку сложить желтки. К желткам я добавлю майонез с травами. Ссылка на его рецепт будет внизу в описании. От 2 до 4 ложек. Чем больше будет майонеза, тем более насыщенно травяной получится вкус фарша. Можно при желании досолить по вкусу начинку и хорошо перемешать. Получившейся массой заполнить половинки яиц. Готовые яйца переложить на тарелку и украсить зеленью. Приятного вам аппетита! Если вам понравился этот рецепт, делитесь им с друзьями. Я буду рада вашим комментариям под этим видео. Приходите на мой канал, подписывайтесь, а текстовые версии рецептов читайте на сайте edimkashu.ru.